почему Посад не хочет ездить сам. Я его разрезал, все. Избавился от оков. Он просто все время, наверное, думал, что он, раз она у него висит такая присохшая, то он всю жизнь должен ездить на трассе и плохо ездить. Скоро все починится. Белая ведерка уже перебывается в 15-й диске. Вот так вот неожиданно. Прокладка все-таки дует. И сейчас я займусь снятием ГБЦ, головки блока цилиндров. Будет замена прокладки. Попутно, может, что еще сделаю. Поперли, погнали. Видите, башка разобрана, и завтра она будет отправлена к токарю, куплены будут все прокладки и все остальное, и все это будет собираться обратно. Попутно ребята придут, посмотрят, подскажут по поводу вообще мотора, внутренности его, стоит ли менять еще что-то, кольца и так далее. Хочется сказать огромное спасибо в первую очередь моему папе, который привил мне любовь к автомобилям. И, честно говоря, снятие головки сейчас, и все это было, я сейчас делал это все один, и это было в первый раз, это была моя премьера. В свое время, так же, как сказать, при руководстве папы мы делали на таком же Пассате, у меня был такой же Пассат, мы делали капиталку. Ну, там, грубо говоря, я только крутил, мне говорили, что крутить и как. Здесь я снял все сам. Опять же, спасибо ребятам, которым по телефону консультировали, подсказывали. Потому что я переживал, что если я то-то откручу, ничего ли не отвалится. И теперь осталось только все собрать, разобрать дело. Ничего, я же говорю вам, что я бешеный фермер, бешеный дачник. Вот так вот развлекаемся. Мы пока Пассат на ремонте. Жигой тащит. Вот они, работяги. Вот так вот, ребятушки. Так и живем, пашем, копаем. Отключай телефон, в тачку бегом, это пляжный сезон. После заката вернётесь с толпой в город, чтобы... И решил я, ребятушки, всё-таки, хоть я и машину взял для перепродажи, но мало ли чё. И я такой человек, я, наверное, не перекуп, не барыга, а всё-таки человек, который совестливый. И уж я разобрал мотор, я как бы думал сначала просто променять прокладку и поставить и дальше это. Но так как у меня пока машина одна, я на ней езжу каждый день сейчас. Дача, там куча всяких движников летних, там подработка, то я решил просто-напросто взять и перебрать сразу все, что нужно, сделать сразу ревизию головки, поменять кольца, решил вкладыши поменять. Все будем собирать, ездить и наслаждаться. Еще кружочек второй, пора пацанам. Завтра взрослые дела. Ну бит подбивает на движ. Музыка в центре с баров шумит. В голову залетает мотив. Его уже не остановит. Движ забирает магнит. Этот малый мне напоминает мой Минск. Он без бабок идет на движ. Стопудовый оптимист. We'll be right back.
побивает на движ. Музыка в центре с баром. Для капитальной ревизии ГБЦ нам потребуется рассухариватель, две отвертки, одна маленькая сухарики вытаскивать, другая магнитная. Ну, можно и одной магнитной обойтись. Без магнитной будет тяжеловато доставать. Ну, так сказать, с магнитной быстрее. Потом такая крышка, чтобы зажимать клапана, когда рассухариваешь. Паста притирочная. Токарь, который все это шлифанет. И мы решили сами... поменяли мы направляющие и решили сами развертками шлифануть сетло клапанов. Вот так вот. Ну, такие инструменты, конечно, как рассухариватель, вот эта ерунда. Покупать нужно в том случае, если вы собираетесь это делать не один раз. Экономите, как у вас уже не будет давиться тюбик, не забудьте его разрезать. Я вас уверяю, там еще вам хватит. Ого-го, сколько шлифовать, не перешлифовать. Это я уже пособирал с него. Ну что, мы заканчиваем потихоньку с головой блока цилиндров. Скоро будет проверочка клапанов. Потом приобретен новый выпускной коллектор. Новый старый, бэушный. Вроде бы весь трещин, сейчас еще хорошенечко просмотрю. Вот, мой старый теперь только сдать. И приобрел новые патрубки. Основные, которые... Вот так вот. Потому что у меня там уже они из кусочков вот сделаны. Вот такой вот плана. Свинцового купола в центре бесцветного урбана, дорогой, которая выбрана туда, где встретим последний рассвет. Вот и ГБЦ на месте. Меточки выставлены. За что спасибо большое моему другу и коллеге. Он скромный парень, его руки часто мелькали в этом выпуске, когда он помогал кое-что делать. Спасибо тебе огромное за то, что помог. Вот, и все осталось такое вот дособирать немножко. Сейчас приедет мой братишка, который тоже мне помогает, за что ему отдельное спасибо. Мы подключим глушитель, одному тяжело скобы накидывать к выпускному. И все. Рядом свинцового купола, на улицах Урбана, под песню, что нами придумано, туда, где встретим последний рассвет. Мне многие советуют, браза, пора завязывать, мол, в жизни важны мазы и материальная база. У тебя взятая в кредит, битая не раз черная Мазда, и эти аэропорты, вокзалы и трассы. Но каждый знает, если баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит. Если даже погаснет звук, сгорят децибелы, я лучше сорву связки, чем тормозну концерт. Плевать, где на окраинах или в центре, в маленьком клубе или на серьезной сцене, перед сотней человек или перед 2000, исключительно в качестве, независимо от количества. У меня в бричке блинчики с правильным рэпчиком, у меня в речи много непонятных словечек. Сведение, мастеринг, компрессия, стерео. Мама твердит, мол, твои сверстники давно семейные, здесь неизлечимый трудоголик, фанатик. Если по дню не сделал, хотя бы биток вечеру ломает, тот, кто меня знает, без сомнения скажет он. То есть я с этим, то и с рэпом никогда не завяжет. Под мётом свинцового купола, центры бесцветного урбана, дорога, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Сам-сам, мётом свинцового купола, на улицах Урбана, под песню, что нами придумано, туда, где встретим последний рассвет. Речи битов,
бутером надутые губы сутеры с гламурными перенапудренными дурами. Колумбия тебе придает крутости, глупости, хорегнуть пальцы, пупсик, встретимся на улице. Мне говорят, мол, надо завязывать. Я убиваю глаза в PlayStation на большой плазме. Месяцами зависаю в студии на газе. Нам не названивает, мол, давай домой завязывай. По жизни много соблазна, возможность быть обласканным властью, стать бесхребетной мразью, петь на праздниках про кишечник. Когда все сделаем, мотор заводится, кайф. Вы все видели это, но, блин, что-то не знаю, проблема походу с карбюратором. У нас там бешеный водитель. Вот, машина заводится, работает, потом начинает плавать обороты, и она глохнет. Были уже такие проблемы еще, когда было капиталки, поэтому я решил сегодня догнать знакомую машину, которая вроде бы разбирается в карбюраторе. Пусть он посмотрит. Также проблемы с аккумулятором надо менять, и радиатор новый что-то побежал, не знаю, может проблема в крышке, а может, я не знаю, вот там проблема. И в общем, машина уже получается не для перекупа, а как проект, наверное, все-таки. Наблюдайте, смотрите, ставьте лайки, дальше будет больше. Я думаю, наверное, если сейчас я посчитаю по бабкам, и эта машина мне уже встает в нормальную копеечку, то я дальше буду ее делать, буду ее работать, зарабатывать деньги. Вот. Заливает, да? Вот мотор после капиталки работает, пацаны. Все, заглох. Ага. Че, он, да, короче? Ну да, че, видишь? Все, мастер сказал он. Саня, тебе прорекламирую, у тебя будет народу, сколько ты хочешь сделаться. Подписывайтесь на наш канал, обращайтесь к супер карбюраторщику, денег не берет, ни за что не отвечает, вообще ни за что. Да, за последствия он не отвечает, тачка может что угодно здесь случиться. Ну а как вы хотели, пацаны?